вот идем мы в одно место, ну, мимо площадок пройти не можем, сразу все пробуем. Все пробуем по пути, их тут много. Давай, давай. Тут какая-то запутанная вещь. Что-то видит и все, и бежит сразу туда. Мама, смотри, это паркур. Угу. Цепь такая. Сложная. С Тимофеем мороженое, я фисташковое. А у Тимоши? Орео мороженое. Ну давай пробуй, вкусно? Ну, скажешь нам комментарии свои к мороженому. Ну как? Вкусно. Хотите такое мороженое? Значит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На наш первый канал Смирновой. Как тебе фильм? Ну, отлично, такой в кинотеатре, да? Да. Нормально? А. Крутые яйца и самые крутые. Может, это... заказали себе, я себе суши, Тимоша картошку фри, сок. Я уже выпил весь сок. Он уже выпил весь сок. Надо еще, наверное, заказать, да? Да. Пока картошечку поешь, потом мама сходит, окажет. Будем сейчас кушать. Сейчас я покажу, как я кушаю суши. Чтобы всех раздразнить. Нет, я покажу. Я что так сверху не берет. Тимофей, какая любимая еда? Картошка фри. Да? Да. Сейчас я вам покажу комнату. Ну, проведу небольшой рум-тур.
Вот, получается, кровать у нас такая. Ну, тут Тимоша уже повалялся. Картиночка. Интересно так. Диванчик, который раскладывается. Вот даже вот так вот, и Тимофей на нем будет спать. Вот. Тут интересная дверь в прихожей. Это вот так закрываешь. Тогда открывается ванная. Здесь утюг. Гладильная доска. Ну и вот наши вещи тут уже. Сейчас покажу вам туалет с ванной. Ну это мы уже тут полотенца разбросали, конечно. Конечно. Ну вот такой душик. Зеркало с раковиной. И тут тумбочка с полотенцами. Это мы уже тут пораскидывали, все пораскидывали. Вот. И получается тут дверь закрываю, туалет, ванную. Тогда открывается шкаф. Сэкономили на одной двери. Ну, а так прикольно, конечно. Нормальный номер. Чистенько. Все хорошо. А время, слушай, время... Дизайн интересный. Там только...